Когда будет новое интервью с Бардом А. Новиковым? Не знаю, у нас очень хорошее интервью вышло с Александром Новиковым, которого я очень-очень-очень уважаю, мужик. Интересное интервью, опять-таки, кто интересуется, посмотрите, не пожалеете. Классное интервью. Дмитрий, вы сказали, что поедете на встречу президента, если она состоится. А если она состоится в Москве, вы поедете? Да, если буду включен в официальную делегацию. И, естественно, как член официальной делегации, буду застрахован от возможных провокаций. Кого вы не рады видеть в Раде больше, Медведчука или Порошенко? Да они друг друга стоят. Что Медведчук, что Порошенко. Обоя-ребоя, я бы сказал так.